Гидротехнические сооружения, проще говоря, дамбы и плотины, в случае ЧП должны, если не предотвратить катастрофу, то хотя бы уменьшить риски от подтоплений населенных пунктов. В ходе проверки выяснилось, что в собственности исполнительного комитета Нижнекамского района находится 10 таких сооружений, и ко всем есть различные претензии. Отсутствует проектная документация на гидротехническое сооружение, не проведено преддекларационное обследование гидротехнических сооружений, отсутствует договор страхования гражданской ответственности в случае возмещения вреда, причиненного в результате аварии гидротехнического сооружения. Нарушения были выявлены на водоемах таких деревень, как Оша, Татвель, Кашаева, а в селе Прости вопросы возникли в отношении пруда «Гранный ключ». И таких водоемов, как Гранный ключ, в Нижнекамске очень много. Большинство из них – это, конечно же, маленькие пруды, которые находятся далеко от сельских поселений, и глобальной катастрофы от них ждать не приходится. Но закон есть закон, и его нужно соблюдать. Данные нарушения в прокуратуре считают недопустимыми, ведь они ставят под угрозу жизнь и здоровье людей. По итогам проведенной проверки Нижнекамской городской прокуратуры в адрес исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района внесено представление об устранении нарушения закона о промышленной безопасности. В настоящий момент акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения. На устранение всех недочетов исполнительному комитету дали 1 месяц, после чего будет проведена повторная проверка. Александр Комаров, Ахри Исламов, новости НТР.